Всем привет! Сегодня нам пришла вот такая вот посылка. У меня находится майка. Она очень тоненькая. Очень странно, да, упаковали ее. Могли бы немножко другой пакет. Ну да ладно, давайте посмотрим, что внутри. Внутри еще вот такой тоже пакет. Такая вот укороченная маечка, очень хлипенькая, правда, мне кажется. Материал тоже не самый лучший. До этого у нас была распаковка другой майки. Это того же продавца. Та майка, на мой взгляд, была лучшим качеством. И она была длиннее. Тоже у меня такое чувство. Так, посмотрим. Рисунок нарисован. Точнее, даже приклеен. Ну, наверное, все-таки достаточно хорошо. Не видно, что он прям сползет после первой стирки. Вот. Что там у нас? Ну, ниточки немножечко вот торчат, ну не сильно совсем вот, на краях. Швы тоже не самые ровные, да, очень даже неровные швы. Вообще не прошит он. Ну, видно, да, что майка не самая дорогая. Ну, в целом, я думаю, смотреться будет неплохо. Коротенькая, под короткие шорты должна смотреться вполне хорошо. Всем спасибо, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и дизлайки, всем пока!